Не надо забывать про то, что модель двигается, да? Соответственно, надо следить за тем, чтобы свет за ней не уходил. От нее не уходил. Уходит. Свет уходит. Может выйти из пятна. То есть ты увлекаешься съемкой, да, как бы поза, все хорошо, но потом начинаешь смотреть, когда в большом формате, понимаешь, что у тебя где-то вот здесь тень легла не так, здесь вот, лицо не так подсвечено. Очень полезно, на самом деле, смотреть работу мастеров. Именно заслуженных мастеров. Смотри, вот ноги остаются на месте, а вот сама вот вверх чуть больше разворачивает. Значит, есть какие-нибудь вот мастера, которых ты хотел бы быть как они? Ты знаешь, я на самом деле не то, чтобы хотел, как они, просто я смотрю на их работы, на них учусь для себя. Мед чуть выше голову. Тетяевские работы очень нравятся, Калинин очень хорошо снимает. Ну, Кирилл Зайцев тоже неплохо. То есть, ты знаешь, на самом деле, в последнее время мне больше нравится не снимать, а вот именно... Портреты? Не то чтобы портреты, а что-то между ними. То есть человек понимает, что девушка обнажена, да, то есть вот где-то угадываются вот какие-то черты. То есть, ну, назовем это максимально закрытое ню такое. То есть полет фантазии. У человека начинает работать фантазия, да. То есть если у человека начинает работать фантазия, значит ему нравится. То есть если карточка зацепила, насчет ее спорят, там эти говорят полная фигня, эти говорят шедевр, там кто-то наконец спускается до конкретной критики, а вот у тебя этот свет немножко упал. Как ты к критике относишься? Совершенно оправданно. То есть если это не просто вот тупое, да, это полное Д, вот, а именно обоснованно, вот потому, то я с радостью буду общаться с этим человеком и дальше. Просто мне кажется, с импульсом сложнее, потому что там что-то надо настраивать, еще что-то, а я пока по силе не света, готова. На самом деле, ну, достаточно просто все. Есть в помощник флешметр, просто им замеряешь свет, и, соответственно, те же параметры выставляешь здесь. А у многих фотоаппаратов есть свой замер. Смотришь по вспышке, на... а по импульсу тоже есть? По импульсу, вот, собственно, вот. Видишь, у меня выставлены параметры, да, там выдержка 200, диафрагма 14. То есть, в принципе, сейчас она, считай, почти зажата. То есть на зажатой диафрагме получаем достаточно резкие кадры. Хочется прям на стул залезть на уровень модели, чтобы... Знаешь, лучше, на самом деле, если мы говорим о том, что мы сейчас снимаем, то для этого хороши нижние точки съемки. То есть девушка получается более вытянутая, более подтянутая. Ну, собственно, ты сама все видишь. Если ты снимешь ее сверху, то полетят пропорции. Ну, соответственно, у тебя будут короткие ножки, длинное тело, а тут наоборот, получается длина ножек. На уровне, если. Все равно точка, хорошая точка съемки все равно чуть-чуть снизу, если ты не говорить про портрет именно. И, то есть, если ты именно просто хочешь снять красивые кадры, именно красивой девушки, там, а-ля там, гламур, то лучше все-таки нижний, но не самый низкий. Потому что если она опускает глаза, получаются щелочки. Мы пока отправили модель переодеваться, потому что у нас сегодня мини-показ платьев. И как ты доволен вообще процессом, как все происходит? Такая рабочая обстановка у тебя всегда? Ну, это обычная нормальная рабочая обстановка, да. Свет подвинуть, там, модель подвинуть. Модель прекрасная, стилист тоже необходим. Ну, не всегда. Ты знаешь, ну, по-хорошему, да. Угу, чтобы там тут подправить. Сам не пробовал стилистом быть там? Это платье мне не нравится. Постоянно этим мы занимаемся. Ну все, тогда немножко передохнули и опять приступим к работе. Давай. Что у нас за новый образ получается? Ты знаешь, сейчас вот работаем на самом деле на перспективу, на широкий угол. Вот. Достаточно модная такая интересная тематика. Тетяев очень любит эту тему. Красное платье, девушка сидящая.
Ну, собственно, мне тоже нравится образ, потому что он максимально подчеркивает грацию. То есть, посмотри, видишь, верхний свет, у нас как хорошо прорисовались ключицы, плечико объемное, по лицу идут интересные тени и, собственно, вот по ногам тоже. И следить надо за кадром, да, грубо говоря, чтобы у нас не вылетали из кадра. То есть лучше снять с небольшим запасом, да, а потом откадрировать. Самая поза такая вот логичная, это самое вот первое вот естественное, которое движение. Если эту позу потом пытаешься в статике воспроизвести, то она не живая получается. То есть иногда надо попросить вот расслабиться модели и повторить еще раз. То есть сейчас получается, смотри, у нас кадр. У нас спинка стула, да, то есть повторяем. То есть мы как бы повторяем форму стула, то есть две противоположности получается. Я надеюсь, точное количество гламурных фотографий или просто портретов. Что осталось сделать? Ну, соответственно, дальше скачаем, выберем лучшее и будем работать. Все-таки обрабатывать? Ну, естественно. А почему? Ну, модель же у нас прекрасная. Модель прекрасная. Свет тоже замечательный. Свет замечательный. Да, но, скажем, есть у каждого автора есть своя манера подачи. Вот хотя бы ради этого. То есть вот сырой материал никогда не публикуешь? Ну, смысла нет. То есть доводится до звона фотографии, и после этого показывается. Чтобы она звучала? Да. Хорошо. Спасибо большое, Михаил. Спасибо. Спасибо большое, модели. Увидимся в следующей программе.